Всем привет! Сегодня мы с вами будем плести косу колосок. Сама себе я изначально с самого начала головы не могу заплетать. У меня не получается. Поэтому я вам покажу просто, как вот от хвоста. Тут мы с вами оформляли в предыдущем видео прическу. Вот все то же самое, только я сделала хвостик сбоку, чтобы косу колосок можно было оформить. А сейчас будем с вами плести. Расчесываем волосы пополам, делим на две пряди локоны и берем, подхватываем каждый раз по тоненькой прядке. Вот вам видно? С одной стороны, с другой стороны. И так все это время плетем. Сейчас немножечко покажу, потом проплету еще побольше, чтобы вам видно было. И еще покажу. Когда перехватываете одну прядку, вы ее закрепляете ручкой и не отпускаете, чтобы у вас получалась туго косичка. Она будет намного симпатичнее смотреться. Вот, получается как. Видно, да? И дальше так продолжаем. Чем тоньше будут прядки, тем красивее будет получаться коса. Эту косу намного дольше получается плести, потому что из-за того, что вы берете, подхватываете тоненькие очень прядки, у вас их очень много получается. Поэтому это самая длительная коса по времени. Требует очень много времени для того, чтобы плести ее. Вот мы уже почти половину заплели. У нас заканчивается уже коса. Старайтесь, чтобы у вас обе половинки примерно одинаковой толщины были. Так будет красивее смотреться. Все, заканчиваем уже плести. Сейчас закрепим. Я ниточкой буду закреплять. Резиночку что-то я не нашла себе. Вторую. Вот такая коса у нас получилась. Немножко кривенько. Теперь берем каждую прядку и вытаскиваем ее. Чуть-чуть пошире, чтобы она у нас получилась.
Вытягиваем, вытягиваем. Вот она у нас получается выпала. С другой стороны точно так же. Не досталось, сейчас мы достанем, выровняем. Все, вот такая коса у нас получилась. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за внимание. До свидания.